саженцы яблони колоновидные стрела, Malus domestica strela, вырастают компактными и неприхотливыми плодоносящими деревьями. Их короткие ветви отходят от ствола под строгим прямым углом, что добавляет растениям оригинальности, оправдывая название сорта. Плодоносят в начале осени, при теплой погоде, в конце августа. Яблоки небольшие, около 150-170 граммов, слегка приплюснутой формы. Основная окраска у них желтая с зеленым оттенком, покровная красная. Вкус очень приятный, десертный, сладко-кисловатый. Плоды обладают тонким, аппетитным ароматом и подходят для консервации. На нашем сайте spelov.ru вы можете заказать саженцы этого растения по хорошей цене. Ссылку на страницу заказа вы найдете в описании под этим видео. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал и узнавайте первыми о новых и интересных растениях.